Слушайте, ну сложный вопрос. Вы мне опять другие вопросы. О, какой вопрос? Вы знаете, на этот вопрос нет однозначного ответа. Подготовились вы, я смотрю. Контроль для меня... Ну, хороший вопрос. Контроль — ложное чувство, когда тебе кажется, что ты все контролируешь, но на самом деле жизнь показывает, что мы ничего не контролируем. Я в процессе сейчас ответа. Для меня контроль, прежде всего, не давать возможность эмоциям. Я в процессе ответа. Вы же потом вырежете все, что не нужно, правильно? У меня были случаи, я и швырялась чашками кофе в стену, и швыряла трубки. Это бывает безумно редко, но... Контроль для меня... Давайте я потом вернусь к этому вопросу. Oh, don't like mirrors. Друзья и частично коллеги. Время. Время срывает покрывало со всех зеркал. Оно безжалостно показывает нам, что мы сделали правильно, а что нет. Наверное, да. Единственное, конечно, если бы я имел тот же самый опыт на старте, то какие-то ошибки я бы не совершил. Прожил бы жизнь бы так же? Ну, наверное, да. Я думаю, что, скорее всего, да. Да. Обязательно говорить, что именно? Знаете, я горжусь своей жизнью. Вот, и я мог прожить хуже. Нужно отдать должность, что живем неплохо, и слава богу. I'd have been doing one thing and one thing only, kicking a ball against the wall, and I'd be playing for Chelsea right now. Probably not now. I'd be a little bit old. I'd be like John Terry and playing at Aston Villa. Я счастлив каждой той радостной минуткой, которой она меня наградила. Ничего бы я менять не стал. Где мы ищем векторы? Интересный вопрос. Чувствуя рынок, мозг постоянно думает, где найти варианты развития. И иногда это происходит во время сна. Я просыпаюсь, записываю мысль или идею, и с утра уже начинаю думать, как ее реализовать. Интересный вопрос. В поисках векторов. Это все из детства. Всегда мы с отцом куда-то ездили. Раньше не было айфонов. Он говорил, обязательно, даже если это был одноразовый фотоаппарат, иди сфотографируй это, иди сфотографируй то. И какие-то вещи он применял тогда еще без помощи архитекторов. Первый наш торговый центр, вот Крокус Тимол, он фактически строил на глаз. То, что рынок диктует, то мы и делаем. Можно сказать, что я женат на своей жене, но очень много времени, но больше времени провожу со своей работой. У меня есть несколько коллег, о которых я беспокоюсь, что они женаты на своей работе. К счастью, мне удается гармонично распределять себя для работы и для семьи. Ах, you ask my wife, I'm married to the office. You ask me, I'm married to my wife. Я женат на своей очаровательной жене Оксане. Вот, но если женат ли я на Найт Фрэнк, вопрос, да, конечно, женат тоже. Абсолютно. Последние лет 10, наверное. Даже не знаю, откуда берутся дети, они все маленькие, которые возрастают. Я с понедельника по четверг я на работе, с пятницы по воскресенье, с пятницы вечера по воскресенье я абсолютно домашняя. Я решила. Лидер – это, ну, вообще-то, это человек, который задает общую идею и направление. Leader is the person in charge. Это не босс. Sometimes a follower, sometimes a leader. Трудно себе представить одного персонажа. Now, to me, a leader is a mixture of Sergei and Nikolai and Vladimir. Это я.
Ой, я взбалмошная мечтательница. Дуэль, так неиссякаемый оптимист. Лев? An Englishman in Russia. Имин. Созидатель. Я лидер. Охотник. Все еще оптимист. I am here. Я здесь. 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 I am here. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Я здесь. У меня ключевая номинация, это в которой моя компания номинируется. Мы в тройке лучших. Это консультант года. Вот. А, конечно, так ждем посмотреть все остальное тоже. Но для меня лично вот эта номинация на этой премии ключевая. Именно в этой номинации скрыта самая большая интрига сегодняшнего вечера. Консультант года. Новый чемпион в супертяжелом весе. Компания Colliers International. Мы счастливы, мы этого очень хотели, и мы это получили. И вся команда, у нас здесь вершинка айсберга, вот, но вся команда действительно очень-очень много делала. Мы работали над собой, старались сделать чуть больше, встать чуть пораньше, может быть, придумать что-то более креативное. В эти тяжелые времена, когда мы изменили концепцию развития нашей компании, мы не просто стали самой прибыльной компанией в России за последние 5 лет, мы еще и ни одного цента у наших западных партнеров в это время не взяли. Я думаю, тоже это заслуживает уважения, потому что каждый человек понимал, что у него нету такой возможности уйти в минус. Он работал в плюс. И, может быть, мы не всегда были первые по доле рынка в каких-то секторах, но мы всегда следили за собственной эффективностью. Могу сказать, что нас много людей сейчас смотрят по трансляции, и те наши коллеги, которые сейчас у экранов, их близкие, это, знаете, как в Новый год, они, конечно, радуются не меньше нашего. Я хочу поблагодарить от лица всех нас, во-первых, конечно, наших любимых клиентов и партнеров, весь рынок. Ура вам, что вы выбираете нас, что вы работаете с нами, с нашими коллегами, конкурентами тоже, потому что мы все один большой рынок, нам нужно держаться вместе, чтобы побеждать ту турбуленцию, которая есть, чтобы доказывать, что мы не зря здесь находимся. Отдельно хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают нас. У нас у каждого есть наши близкие, наши любимые жены и мужья, дети и родители, может быть, даже бабушки и дедушки. И, конечно, благодаря вам мы становимся лучше, вы делаете нас лучше, а мы даем повод для гордости за нас. И спасибо вам, низкий поклон. И от тех, кто здесь, и от всех тех наших коллег и сотрудников, которые находятся по ту сторону экрана. Друзья, мы очень счастливы, и я хочу крикнуть трехкратное «Ура, ура, ура!» Ура! 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 Вот. Отдельно хочу поблагодарить мою любимую супругу Жанну, которая сейчас нас снимает в зале. Жанна, я тебя люблю. И мне кажется, сегодня люблю всех вас, кто здесь. Спасибо! Консультант года, Colliers International!
Я с удовольствием приглашаю на эту сцену всех тех счастливых обладателей золотых кирпичей, которые выходили сюда сегодня, которые благодарили свои команды и которые делают нашу страну лучше. На высоте прорыв стоит. Кирпич на кирпич, от проекта к проекту. Мы заняты делом, мы строим объекты. Но кто же самый лучший здесь? Кому поем мы песню?